Сегодня же глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с японской делегацией за столом переговоров. В Чувашию приехала представительная делегация иностранных партнеров. В ее составе не только гости из страны восходящего солнца, но и чрезвычайный и полномочный посол Румынии в Российской Федерации, а также советник испанского посольства. После открытия завода для японских бизнесменов провели экскурсию по Чебоксарам. Гости отметили, что столица региона произвела на них впечатление. Михаил Игнатьев пригласил их приехать сюда и в июне на праздничные мероприятия. Стороны обсудили и реализацию будущих инвестиционных проектов. Представители компании «Фуджикура» подчеркнули, что в республике для зарубежных партнеров создана благоприятная среда.